більше 30 сортів винограду вирощує Валентина Силко на своєму городі у селі Вересоч Куликівського району. Тут усі 64 кущі виглядають доглянутими і радують око господині. Заради такого результату вона й працювала цілий рік з ранку і до ночі. Какой только вкусный наш местный виноград. Не сравнится ни с каким турецким, ни с каким крымским. На своей земле выращено. Я считаю это замечательно. И я еще, знаете, хочу сказать нашим женщинам, вы не бойтесь. Утрите вы мужчинам нос. 5 кустов винограда любая одинокая женщина на даче может спокойно вырастить. И це цілком реально. Вона ж змогла, бо була наполегливою і постійно навчалась. А будь-яку почуту версію щодо тонкощів у вирощуванні винограду Валентина Петрівна спочатку перевіряла, а вже потім застосовувала. Я хочу вам ще сказати, що дуже важливо при формуванні побігів і при їх кріпленні на шпалеру забирати уси. Тому що виноград, коли росте, він дає такі мощні, крепкі уси. І цими усами, і сама грудочка винограда, вона теж дає ус. И этим усом она начинает обматывать шпалеру, листочки, веточки. И потом эту грудочку попробуй вытащить осенью. А когда нету ни единого уса, вот они свободно так висят, лозы тоже свободно, вот между собой не стянуты, не связаны. И когда осенью будем обрезать виноград, будет легко обрезаться виноград. Только чик-чик-чик, лоза и попадала. Нужные рукава оставим, а то все вырежем. Можно на черенки пустить, если что. Вот это очень важно. Татус берет очень много энергии. Однозначно. Он такой мощный. Конечно, он берет энергию. А так вся энергия, когда вы все лишнее заберете, вся энергия пойдет в гроздь. И гроздь и быстрее нальется, и быстрее поспеет. Так сталося, що господиня швидко навчилась відчувати цю незвичайну рослину душею. Навіть закохалась в неї. І чарівна лоза щиро віддячила. Перед вами кущик молодой, преображение. Это очень популярный и самый любимый среди виноградарей виноград. Чем он хорош? Он абсолютно красив, он ранний, хрустящий, сладкий. Гроздочка шикарная. Гляньте, какая гроздочка. Это ж такой маленький, молоденький совсем кустик. Вот, пожалуйста. Он действительно розовый. Вот кишмиш велес. Вот обратите внимание, какой маленький, молоденький кустик. Ну, хотя ему уже, наверное, четвертый год, просто он немножко захаянный такой был, да. Вот такая вот гроздочка. Килограмма на полтора. Але ж цьогорічний кінець літа і початок осені видались найспекотнішими за останні 100 років. Тому Валентина Силко, як і більшість виноградарів, вагалась відкривати грона чи залишити їх в тіні листви. Та згодом вона все-таки наважилась ранні сорти відкрити, аби грона швидко наливались і зріли. Вот как раз пришел тот период, когда убираются листья в области винограда. Виноград уже, видите, полузрелый. Он уже окрасился полностью, и он уже начинает набирать сахар. А эти нависающие от солнца, они остаются, они будут предохранять наш виноград от такого палючего большого солнышка. Вот. И заодно будет прекрасное проветривание. Этот виноград называется свинск. Он уходит в десятку лучших сортов винограда, я читала. Чем он хорош? Он иммуноустойчивый, у него не болеют листочки. Он ранний, он быстро созревает. Свій виноград Валентина Петрівна обробляла 4 рази і за усіма правилами. Але восени після дощів деякі кущі несподівано все-таки захворіли. Это случается, это надо быть к этому готовым, потому что виноград он неустойчивый к грибным заболеваниям. Это все прекрасно знают. Перед вами куст волби. Он все время болел, причем очень сильно болел. Я не думала, что у меня он тоже начнет болеть. Посмотрите, он у меня совершенно без единого пасынка, я его пустила. Через каждые 10 сантиметров лоза, все по всем правилам. Низы все оборваны. С самого начала, кстати, были низы оборваны. Я потому что я готова была к тому, что он будет болеть. И все равно неожиданно для меня. В понедельник я чеканю верхи, смотрю, 3 лозинки были между собой переплетены. Я уже как-то так пустила это. И было здесь покрыто белым мохом, белым таким пушком. Я смотрю, грибок и одиум.
Я быстренько, ни секунды не ждала, пошла, взяла соду, развела в этот бачок лозы, перевязала по одной, чтобы они были. И вот таким макаром это, и вот так мыло. Мыло эти лозы, мыло и прилегающие лозы повымывала. Вот она, кора, начала гнить. А на второй день я когда пришла, это было все сухенькое. Вот трещинка и вот трещинка. Ягоды были абсолютно целые. И я не стала ягоды обрабатывать. И напрасно. Сейчас мы обнаружили, что уже несколько ягодок увядает. Вот ягодка увядает. Окрім сорту волбі, захворів і кішмиш велес. Хоча два тижні тому тут і натяку не було на хворобу. От зараз ми підійшли, я навіть не бачила, тому що дуже багато всяких робіт. Він больний і одіумом. Вот. І не то, що поражені всі гроздя, всі, він там тільки крайня, чуть-чуть не так. Поэтому у мене ось такий є раствор соди, 1 літр води, теплой и ложка с горой соды питьевой и моющее средство. Я беру и обрабатываю, чтобы прекратилось это усыхание и по крайней мере, чтобы хоть не пошло на соседние кусты. Вот вам пример вот такого вот заболевания. Надо хорошо, обильно, пусть прямо аж капает с него, обработать этой содой. Та ця маленька неприємність не змогла затьмарити радості і задоволення Валентини Петрівни від отриманого цьогорічного врожаю. Для неї кожна ось така грона як нагорода за сумлінну працю.